Постигло меня большое огорчение, любуясь из окна чудной малороссийской природой с моей головы. С моей головы ветром сдуло картуз. Картуз сдуло! Жизнь похожа на коробку шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какую вытащишь. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, я пешком поставил. Так. Пока сяду, я. Там-пам-пам. Да-да-да-да. Знаешь, я всю жизнь мечтал быть аквалангистом. Будешь? А я вулканологом. Будешь? Не факт. Чистая вода. Травянистая. Трубка 15, прицел 120, батарея огонь! Бац-бац! И мимо! Когда я вас поймаю, я вас поцелую. Господа, проявим мужество и будем продолжать наше веселье. Древняя китайская пословица гласит: «Невидимой красной нитью соединены те, кому суждено встретиться, несмотря на время, место, обстоятельства». Нить может растянуться или запутаться, но она никогда не порвется. Ребята, давайте выпьем за нашу дружбу! Умница! Послушайте моего доброго совета. Налейте не английской, а обыкновенной русской водки. Большинство не попадает в запредельные ситуации. Ты плывешь по предсказуемой жизни, и тебе кажется, что ты капитан. Титаники всегда выглядят непотопляемыми. Пришел стрелять, стреляй, не говори. Иначе добро победит добро, а зла так никто не узнает. Нарушишь правила, и опознавать будут тебя, причем с трудом. Хорошо, что солнечная погода. Есть шанс высушить носки. Ты оба замочил, обе ноги? Да, увидеть речку и не искупаться. Так он специально. Да.
ниже с водой там напряг. Но ведь люди, живущие на земле, почти все иностранцы. А ты, если бы я там не это самое, мы бы прошли ее просто и все, и не было бы ее. Вот так вот. Потные, вонючие носки. Вот так вот, да. Ну ты молодца. Я вам подогнал, можно сказать. Носками приманил, блядь. На запах. Лето продолжается. Продолжается. У Мишки ноги в Турции не загорели. Северный загар, он прочный. Полезный. Полезный, да. Ноги-то воду опустили. Вот сидит человек. Да к тому, что играется с ногами. Зачем приехал? Чтобы рыбу тут поймать. На голые пятки хотел поймать. Ты посмотри, как лет. Да не ругаемся. Гоу просто пидел. Это вот. Я так перетащил нас ценой собственных изобретений. Стенка полиэтиленовая? Обычная. Повседневная. Черная. Когда либо ты, либо он, то ты делаешь то, что делаешь. Как родная зашла. А не хлопнут ли нам примашки? Не надо завидовать. Посейдон. А водка просто греет. Я люблю ее. Простую крестьянскую водку. Хорошо для сосудов. Ну давайте что-нибудь укусить-то дайте ключ. Окуня ищу. Все мамы и бабушки считают, что я положительный. Потому что у меня хороший аппетит. У меня объем тела больше твоего. Мне его поддерживать приходится. А ведь стоило бы мне осушить этот пузырек, и я бы ожил. А можно соку или чаю? Нет. Почему? А почему? Мулей. А ты почему? Я вытру, я все высушу, я выстираю. Сейчас я маску сниму и надышу вам тут. Стали за камнем, пытаемся выключить эти штучки. Да. Люхается перед носом.
трава, свинокос. Может, ему бульбатор не нужен, а то твой-то воблер, может, пойдет. Она ж не укололась. Просто пидё, да? Небольшую. Давай, давай сюда, иди ко мне. Ну, ну очень. Да ну нормально. А? И пихалось, то уже поймал. Видел, да? Давай, тащи его, окунь, так. Ну, не давай ему слабины, все равно. Вот оно чё, Михалыч! Вот оно чё! Ну, ты, Михалыч, расколдовался, блин. А, кстати, может быть, и окунь. Я ж не знаю, кто там, блин, промахнулся. 7 часы! 15.00! 15 с четвертью! А точнее, плюс 22!
холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальский уважающий себя человек оперирует закусками горячими. Есть надо уметь. Главное, газа у нас много. Все дрова в Германии. Носки подкинем? Вот это мои носки, это для запаха, для цидуса, чтобы все ядрё не было. Я сегодня искупался. Потравишь парней. Бесплатно. Не пальцем единым. Бесплатно искупался. Бесплатно. Не пальцем единым жив человек. Так хотел, да? Дядушка, что скажешь? Но мы мужественно. Живем хорошо, здоровье наше хорошее. Приезжайте. Хорошо, здоровье наше хорошее. Красотень, конечно. Вот это я все по телеку только смотрел весь год. Наконец-то. Маленькая моя, Павла Димочка. Ой. Ножик-то пробовали уже, нет? Пробовали. Ножик-то. Шутили? Вынимали, да? Нормально? Работает? Санька работает. Мы-то все так спорим. Очень долго я работал, в это время он успел чуть-чуть. Вот-вот, смотрите, вон, вот тут маленький прибежал, стоит маленький. Всегда и во всем действовать наикратчайшим путем, прямо и грубо. Ни в коем случае не учитывая возможных последствий, чем эти последствия тяжелее, тем лучше для дела. Потому что только безвыходная ситуация оправдывает подобную логику борьбы и противостояния. Мысль опережает действие. Поэтому все действия нужно подгонять под воображаемый финал. А он обязан быть удачным. В банку попал! Ну, могём. Не могём, а могим. Хорошо. Не надо. Выручай, а то засыпемся. Чего ж ты молчишь, сволочь? Нет, что вы, когда я пьян, я буйный.
Офигеть. Офигеть. Дави. Давай. Ага. Хрененькая нормально пойдет. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Я рад, что у нас такой судьбоносный консенсус. Ловите их, тяндры. Только недалеко, сейчас мы еще поймаем. Спасибо тебе, Михалыч! Вот леску туда пусти, блин. Ты думаешь, это стать хуй? Мы с тобой там, я тебе говорю, что кто-то бежал. Опа, ага. Что это было? Сука! Она здесь. Наша здесь, да. Вон она. Ага, ага. Она. Давай. Оп. Ну. Оп. Два. Пошли. Лево. Скотина, блядь. Бросалась неоднократно. Собака.
сам-то он за деревом заброшен. Передавайте приветы. Привет всем, кто нас видит. Кому привет передать? Да хоть кому. Просто камера включена. Помнишь, под этим деревом харю заловили? Да. Теперь все. Спинник собери, ну в смысле зацепи, чтоб он. У меня просто спинник с этой стороны, поэтому я так боком и плыву, чтобы. Вот тут будет посложнее. Ну давай вот в этой ложбинке. Бывает, что кто-нибудь сидит. Пускай развернет нас. Эх. Нужен толчок. Чего там? Сеня. Человек рыбу ловит, что ты? Сосели. Через несколько минут вас посетит Фантомас. Потьмах.
что такое тьма. Тьма — это когда совсем нет света. Для каждого из нас свет — это люди, которые нас окружают. И меня, мама. И чем больше этих источников света гаснет, тем больше человек погружается во тьму. Но он ничего в ней не видит. Делает то, что даже раньше стыдился или боялся делать. Я ничего не вижу. У меня зеленые круги перед глазами. Да, в темноте можно что угодно показывать, все равно ничего не поймет. Ты просто даже не догадываешься, что в темноте показывают. Да. Это был не язык. Это телебонька. Это чего в моей камере происходит? Стой! Прежде чем уйдешь, скажи людям до свидания.